футболисты Академии, возраст игроков команды, напомним, не превышает 20 лет, выдали серию из 3 побед подряд. Что в условиях 2-го российского дивизиона сделать молодой команде не так-то просто. После волевой виктории над саратовским «Соколом» и уверенного выигрыша неделю назад в Кирове, очередным поверженным соперником тольяттинцев оказалась ульяновская «Волга». Академики большую часть матча доминировали на поле и закономерно открыли счет в середине первого тайма. Красивый гол на счету 18-летнего Дмитрия Кабутова. При этом еще 3-4 момента хозяева не реализовали. Отыгрались гости, вопреки логике, на 60-й минуте. После штрафного удара мяч в ворота Станислава Крицюка забил экс-игрок несуществующей ныне «Лады» Сергей Дзодиев. Не прошло и 2 минут, как герой матча Дмитрий Кабутов, используя пас через полполя Дмитрия Годунка, вновь вывел хозяев вперед 2-1. Этот результат не изменился до финального свистка, хотя, играя оставшуюся часть матча на контратаках, тольяттинцы вполне могли довести счет до крупного. Но не сложилось. Набрав 30 очков, Академия идет на 8-м месте в турнирной таблице. С учетом суммы набранных очков, тольяттинцы располагаются ближе к группе лидеров, нежели к командам-аутсайдерам. Игорь Черноиваненко, Евгений Овчинников, служба информации ВАЗ-ТВ.